Ох, рез, блядь, как оно в натуре, как оно. Бля, как оно долго вот это. А ну, а вещи. Перекладывание вещей. Раз. Ну, не знаю. Вещи. Есть, чувствуется задержка, конечно. Да, блядь, не то что чувствуется, Такая. ощущается. Где-то почти секунда где-то. Скам. Day стресс тест. 81 человек. Уже хорошо. Так. Здесь же. Мне еще надо, короче, 200 штук досток, короче, надо. Блядь, что ты меня мозги-то паришь? Уже все? Хитрый такой, по-быстрому убил. Да, почти даже половину не выкачал. Гранату у меня есть. Да хорошо. Да, хорошо, но... О! Еще кто-то ебанулся. Или стрельнул по мине просто. Или, Мне может быть, kill это... trap не написала. Так может, не, у меня там в лесу весь лес утыкан, блядь, гранатами. Я целый вечер, блядь, занимался чем? Да То есть ну это ж не рядом. гранатами. Так это ж рядом, прям Так около рядом, за базы, прям. деревьями, вот у базы, прямо здесь, чтобы машины не проезжали. Можно админским дроном полетать, посмотреть. Прикольно. Да. О, давай читеров поищем. А как это, дрон включать в этом Надо вооружении? выходить. Выйти, потом Shift D. Да. А как дрон? О, Кто это не? трап килл написала. Да? Да. Но это не стреляли по минам. Они, может, к нам близко подбираются. Ну, я не с... О, слышал бегов тут. Прям подобрались, да? Воду. Что там? А, ты бегаешь. Так твой один ник я вижу, я не вижу тебя. Меня не видишь. Нет. О, наконец-то скилл выкачал. Так, тебя я вижу. Кракен Грейд туда подбирается. Кто? Кракен Грейд. А я где он? вижу Где даже, он? кто он. Вон с той стороны, вон с той стороны. Я ж не понимаю. Он один? Оп. Подбирается, подожди. Подбирается, да? А я видимый, да, дрон? Да. А я Отключи звук. нажимаю. Звук отключи. А как? Блин, сейчас скажу. Так. X, нажми X. О, все, О, тебя не все. видно. Бомжина. Бомжина, да. Где он? Я его вижу. Где он, где он? Там, где ты был. В смысле? Он что, не умер? Я не знаю. Вот я к нему. Ой, бля. Чего? Я к нему прилетел. Вот, смотри, вот здесь. Ты скажи направление. Вот, смотри, Икс. Видишь я? Да. Вот здесь, вот, прямо над ним. Ага. Прячься, прячься. Но он мертвый. Так, 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 бежит. Откуда, Сюда откуда? бежит. вот Направление. отсюда с поля кукурузное поле по кукурузному полю из-за этого угла Бля, бежит это ты сюда мне направление говори. я не вижу вот он бежит к дороге сейчас на дорогу убегает на дорогу убегает К нашей бежит за базе, что кругом ли? да 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 вот на нашей дороге где ты только что был вот где разлутываешь этого давай это киса Ага. вот он Я байкер вижу. ага киса А еще кто-то есть поблизости? Нету никого. Пока. О, машина едет, машина. Откуда, откуда? Машина оттуда Вижу, же он вижу, и вижу, едет. вижу. Давай, давай, ебаш нахуй. Давай. Блять, заел, сука. Давай, там мина должна где-то быть. Сука, он все взорвал. Поехали. Деус. Да. О, я ремкать хоть могу уже.
На водку мне давай, я буду идти убивать людей. Ну он бежит к той базе. К той базе бежит. Какой? К той базе, вот, которая не наша база. Он к той базе бежит, из-за нее сейчас будет стрелять. Смотри осторожно, но сейчас он кемперит и это, с леса, он может тебя увидеть. Блять. Так, вот он сейчас уже смотрит, это самое. А, вижу. Видишь, да, его? Да. Он сейчас будет через речку перепрыгивать, наверное. Оп, есть, убил. Убил бомжа. Бля, мне жалко его, блин. Его не... О, бомжина опять, блядь. Бомжиха. Блин, ну он сам напрашивается. Опять же, оттуда же, с той стороны. Где-то резается там. Бежит, блядь, походу. Бежит из D4. А, он сбегал в этот самый, как его? Где пункт одежды? D4? Пункт одежды на перекрестке, да, там, ага. Там зеленая зона. От зеленой зоны, да? Да, он над зеленой зоной мимо озера сейчас бежит. Ага, с той стороны или с нашей? Ну, с нашей, то есть бежит от D4, от аэродрома. Нет, ты скажи, с бежит... какой стороны озера? Бежит, если смотреть от нас, то с правой. Но он бежит по тому же маршруту. Угу. Он сейчас пересечет дорогу, вот он сейчас поле пересекает. Угу. Это бомжиха. Бомжиха, да. Трошки, что-то... Подожди, он исчез. Он в лесу просто. Он в лесу, в лесу, в лесу. Он в лес пошел? Да, сейчас он в лесу. Блять. Обходит с тем же маршрутом, так назад пошел. Лег. Это бомжиха. Почему бомжиха, блядь? Да пофиг. Но меня точно не видно, да, и не слышно. Нет. Если ты X не нажмешь. Ну-ка, кто ты там, блядь, бежишь, отдыхаешь. Я все побежал на опушку леса. О, побежал. Вижу. Он в ту сторону побежал. Он оббегает. Блядь, как не вовремя. Мансует, смотри! Вижу. Я за ним. Да он с РПК, он с РПК. Блять, я устал, у меня станина закончилась. Ничего страшного, не торопись, он сейчас пере это самое. Блять. Трупу своему речку, бежит? Наверное, труп ищет. Вот, через речку перешел. Ага. Он перешел, сейчас смотри, здесь скирду сядет и наебнется сам. Если за скирду сядет, то ему пизда, ага, будет. Сейчас только за скирду сядет, пиздец будет. Так, подожди. К той базе он побежал. Но, блядь, как-то странно. Бежит к той базе. Я понял. Блядь, пробежал все скирды, сука. Подло. Так, вот он за базой стоит. Подожди-ка, это наша база. Лег отдохнуть. Угу. Ты там нормально, блядь, там, нормально. Блядь. Он в мою сторону не смотрит? Нет, он лежит, отдыхает на спине. Я к нему подкрадываюсь. Подожди, ты подкрадываешься, блядь. Вот он встает, бежит, вот, выбегает и бежит. Хоп, зашел на базу. На эту, на поломанную? База пустая, да. А, вижу его. Вон бегает. Да, ну смотри, что пустая база. Сейчас он может выбежать или из ворот, или из той же дверки. Так. Зашел туда-сюда. Телевидение России. Так, на крышу залез. На крышу залез. Видел, сука. Тихо, он может мансит специально. Смотрит туда, на нашу базу, в сторону нашей базы смотрит. Бля, не вижу его. Он на крыше, вот он спрыгнул с крыши. Угу. Побежал, сейчас через дырку будет выбегать. С той через стороны? Через дырку базы, да, вот с этой, вот на тебя. Вижу. Бежит, мансит, блядь.
Далеко ж ты, парень, помочил. Бля, где он, лёг? Нет. Нет. А где он делся? Вон он на дорогу выбегает, ёпта. Блядь, я не вижу. Хоть убей. Вон он по дороге бежит. Бежит по дороге, по асфальтированной. А, он не понял, откуда стреляли. Да. Смотрит, смотрит. Он бежит в тот лес. Ага. Попал по нему. Не знаю. Вроде как он лег, лег. Да, я видел. О, добил. Все, добил. Сука. Блять, никак не повезло яблоку, блядь. Да пиздец, далеко просто. Сколько метров тут? 163 надо было. Ну, нормально. Да, и ветер еще, блядь, северно-восточный. Сука. Батя косой. Маня, после 5-го раза, ну попал уже. Да тут просто ветер, он далеко всё, был. Ну, вот он сейчас, вот на дневник исчез. Так, вот он сейчас выбежит на поле. Блять, ну он в ту сторону бежит. Ой, без трусов. Он вот, вообще вот, голый, вот. Голый. Голый, он еще бежит туда. Бля, я хоть попаду по нему. Есть. Сука. Татуса убил, который бежал за провизией. Ой, блядь. Так нечестно, блядь. Это вообще нечестно. Вообще, блядь. Блядь. Короче, кепок не трогаю, ну его нахер. Ищем читаков. За речкой поле. А, вижу, 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 вижу. Видишь, да, бомжих? Да, да, да. Я в лес. Да, да, да. Идет. Джар остановился, он рядом с тобой по левую руку. Ой, вижу, вижу. Вот они сейчас увидят друг друга, блядь, наверное. Джар и этот бомжих. Ага. Может, он ей одежду пытает. Вот к нашей базе бежит. Да, да, да. Он может C4 себе там наспавнил, блядь. Может быть. Вот он на базу забежал, они с Джаром встретились. На базе вот этой поломанной? Да, 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 да. Вот они. Они вместе, он одежду притащил к Джару. Ага, я понял. Вижу, это вижу, точно, вижу, блядь, вижу, тинду. Вижу, вижу. Давай, ебашь. Вижу. Бля, он меня увидел? Где он? Я где не он? Знаю. А, он побежал? Бомжара по дороге, по дороге. А, побежал. Он за своим телом пошел. Ща, ща, ща. Ща я его сниму. Он себя и ищет, походу. И Джар, здесь и Джар, и этот самый. Джар уже. Ага. Сколько у него. Мансуев, сука. Он тут должен быть. Он перематывается. Там пригорок, видимо, подожди. Да, да, да. Он за пригорком, сейчас посмотрим, куда он. Ты там, ты по низ за камнем, вот камень впереди тебя. Блять, нет, не-не-не, правее. Вот вот он тебя сейчас увидит. Вот, вот, вот. Я не вижу нихуя. Он на тебя бежит, тихо так. Вот сейчас на тебя прямо бежит. Прямо на тебя бежит. Стой. Вот он сейчас по пригорку побежит. Бля, не вижу нихуя. Вот он, по левой стороне от тебя отходит за деревьями. Ага. Вот он там, наверху, наверху, вон он. Блять. Налево, еще налево. Да, вот, я понял. Еще налево, еще налево, еще налево, еще. Стоп, 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 стоп. Услышал. Вот он. Вот он там волков еще боится. Вот он сейчас на тебя побежит. Вот он. Разве ты их сейчас будешь видеть? Они прямо мимо тебя, блядь. И Айон, и все Мармадры, еще кто-то там. Машина, машина едет, блядь. А, вот это и есть машина. Да. Вот, они, видимо, Айона сейчас возьмут. А, не-не-не, встретились. Оба. Там он мины есть по... это? Они ездят. Сейчас, подожди, может, у них машина поломалась возле нашей базы. Да-да-да, они воюют, я слышу.
А ты в кого? А он на тебя бежит. На тебя бежит, смотри. На тебя бежит. Блять. От нас, вдоль дороги. Вот по полю, сейчас на поле вышел. Блять. Впереди тебя поле. Да, вижу. На нашу базу. Есть минус. Ухожу. О, Devil Hell какой-то бежит. Откуда? Блять, откуда, откуда? С4 на нашу базу что-то он бежит. А, он голый. Ну, бля, рядом никого нет? Он сейчас нет никого. Devil Hell. Он бежит на нашу базу. Что-то опять прячется это, блядь. Так, куда это ты бежишь? Давай с ним поговорю. Хе-хе. Только не пались. А, вижу. А он, слушай, а кто это у меня тэпался? Муха, блядь. Какая-то хел какой-то, блядь. Кто, шо, где? Где он, на нашей вон, базе? Он бежит, возле нашей базы бегает. Вон, я вижу. Розовый. А муха вижу. Сзади бегает. Какой-то хуён там появлялся, блядь. Где, где, где? Возле меня дрон. Это побежал. Devil Hell, он бегает по полю. Рыжий. Чувак, чувак, здорово. Айон уже бежит к себе. Чувак, своему... чувак, 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 я добрый, чувак, чувак. Здоров. Как дела? Ах ты ж тварь, сука. Кто? Он меня убил. Да он ладно. Меня с молота убил. Съебать. Да, он тебя лутает. Ща я его залутаю, блять. Красная штучка такая, видишь? Спать! Он стоит, сидит за этой самой, как ты, за... О, шкаф вижу. Один. За шкаф... А? Один шкаф вижу всего лишь. Вот, вот, который в поле стоит, ближе... Так, встал. Так, сейчас выходит из-за шкафа так вот. Бля, тут пригорок большой, до сюда ничего не вижу. Вот он целится, целится в кого-то, целится непонятно. Бля! Тебя? Да. Он читер, короче. Значит, он видит. Знает. Он видит, он меня увидел, блядь. Он тебя увидел, потому что тебя видно, да. Сквозь шкаф. Да, ну с другой стороны зайдем, блядь. С этой стороны я не видел вообще нихуя. Как он меня увидел, вот, вот хуй пойми. Давай с той стороны, где он садится в машину будет. Да-да-да-да-да-да-да, давай пока. Так, щели здесь нету. Так, вот там щель, щелка есть интересная. Поаккуратнее там вот. Он сейчас не этим занят. Вот деревья, которые впереди, там большие куст. Так, тихо-тихо. Он, ну, все, он встает и что-то вот бежит к машине, что ли. И куда? Нет, к другим шкафам. Он промеж шкафов засел, тихо. Такое впечатление, что он точно знает, блядь, где ты почему-то. Да? Или нет? Боится даже, что он в твою сторону смотрит. Ну, он на читах играет, ну. Я тебе говорю, он меня не мог бы увидеть никак, я за пригорком был. Так, встал боком. Так, повернулся и так думает, что делать. Так. Что ты там, читы подрубаешь? По-любому. О, побежал к шкафу. К шкафу? К шкафу, к тому. Сущему шкафу. Вот тут что, через дорогу? Да. То он там валяется, подожди, он лег? Нет, он стоит. О, он побежал. Пусты. Упал? Нет. Встал? Встал, тихо, не высовывайся. Он прицеливается. Ага. О, убил. Как он меня убил? В смысле, блядь? Охуенно он сквозь кусты стреляет, блядь. В итоге, то оказался читер. Его потом еще раз проверили, подсадили ему утку, на которую он повелся.
Его, конечно же, забанили. Приношу искренние извинения тем товарищам, которые мне попались, которые играют честно, но вам просто не повезло немножко. Я думаю, вы не очень сильно обиделись, все равно это был Scam Day Stress Test. Лут был халявный, везде тут происходило вахканалия. Ладно, всем спасибо, всем пока, с вами был Розе, подписывайтесь на канал, ставьте лайкос.